Универсальная заправка из овощей на зиму. Зима еще далеко, но все-таки она наступит. И пару паночек такой универсальной заправочки мы сделаем сегодня. Почему она универсальная? Да потому что она подходит ко всем блюдам. И к первому, и к второму, и к третьему. То есть и к голубцам, и к той же капусте, которую мы тушим. Да, и те же тефтели, которые я, допустим, вчера делала. Эта заправочка подойдет. То есть борщик, супчик. Изумительно. Что мне для этого надо? Вот овощи. Какие овощи? Перец болгарский. Конечно, хорошо взять было красненький, зелененький, желтенький. Но у меня только такой. Какой есть, такой есть. Обязательно я кладу еще горький перчик. Помидоры, петрушечку, морковочка, лук. Значит, универсальный рецепт, классический рецепт. Это все овощи берутся по 1 килограмму. Буквально все овощи по 1 килограмму. Значит, какое исключение у меня? Все по килограмму. Перец килограмм, морковка килограмм, помидоры. А вот помидоров я кладу 1,5 килограмма. Петрушка по вкусу 1 корешок или 2 или 3. Тут только по вкусу. Я кладу 1 корешок. Можно сельдерей тоже, если кто любит сельдерей. 1 корешок сельдерея. И то лук, килограмм лука я тоже кладу по рецепту. Все, соль и растительное масло. И больше ничего не надо, и получается классная, классная заправочка. Перец разрезаю пополам, нарезаю на ленточки. А затем на маленькие кусочки. Затем нарезаю лук, тоже на мелкие кусочки. Чтобы не плакать, видите, довольно много лука здесь идет. Я работаю в очках. Это самый хороший способ, чтобы не плакать от лука. Вот такие вот миленькие-миленькие кусочки. Ну, не очень миленькие. Кусочки маленькие. Помидоры нарезаю на крупные кусочки. А затем пропускаю через мясорубку. Вместе с помидорами я нарезаю и красный горький перец, и тоже буду пропускать через мясорубку. Стебли петрушки нарезаю на миленькие кусочки. Лук, как обычно, обжариваю на растительном масле и сразу слегка присаливаю. Слегка обжарился лук, я выкладываю перец болгарский, затем морковочку и петрушечку. И тушим дальше. Слегка притушила овощи, высыпаю стебли петрушки и заливаю томатом. Помидоры перекрученные вместе с горьким перчиком. Пересаливаю еще. Все хорошенечко перемешала и на медленном огне довожу до готовности.